Так-так-так. Надо же. Друг мой. Так-так-так-так-так. Это копье мне подарили жители одного африканского племени. Сначала они хотели меня этим копьем того самого, а потом решили, что лучше подарить. А это сережки. Их надевают на ночь гренландки. И тогда им снятся теплые сны. А это? О, это магическая индейская таблетка. Если ее проглотить, то 2 недели будут слышны чужие мысли. Этого не может быть. А вот это кастаньеты. А что же вы не съели эту таблетку? Да ты что? Я порой со своими мыслями разобраться не могу. Не хватало мне еще и чужих слушать. Ну, интересно, например, что думают про тебя? Это шаманский бубен с острова Борнео. Пахнет вкусно. Мне не жалко. Хочешь, ешь. Да я не верю в это. Она точно безвредная? Половинку попробую. Ну, вы сейчас думаете что-нибудь? Ничего не слышу. Никаких мыслей. Может, срок годности истек. Красота. Ой, мамочки! Ой, как больно! Ой, Бараш, что случилось? Язык, кипяток, говорить не могу. Варил язык кипятком. Для творческой личности с обваренным языком он говорил достаточно внятно. Хотя, минуточку, он же не говорил, а мычал. Фантастика. Я же слышал его мысли. Таблетка работает. Гадкий железяка, работай, работай, работай. Огурцы, помидоры, баклажаны, баклажаны, помидоры, огурцы. Соль, соль, соль. Где соль? Соль, соль, соль. Куда я? Соль, соль, соль. Удивительно. Никто постоянно не думает обо мне. Можно сказать, совсем не думает. Их мысли заняты ерундой. Так неинтересно. Нюша, ну у нее-то мысли должны быть красивые и возвышенные. Может, она что-нибудь думает обо мне? Привет, лосяш! Привет, говорю, чего молчишь? Да, дорогая, вас посещают когда-нибудь мысли? Конечно, и я их все помню. Друг, таблетка действует. Я слышу мысли. Сначала я был разочарован этой способностью, потому что ничего интересного, как выяснилось, услышать не удается. Но теперь я знаю, что слышать мысли не такое уж бесполезное занятие. Я услышал такое, такое. Вот они. Ага, сидят голубки, невинность из себя изображают. Признавайтесь, кого вы хотели утопить? Утопить? Откуда он узнал? Я все знаю. Кого? Себя. Мы хотели, когда вырастем, утопить себя в роскоши.
Глупо, но не наказуемо. Подождите, а убить? Вы постоянно думали про убить. Мы не знали, как убить время. Хорошая отговорка. Но что вы хотели сломать? Мы хотели сломать стереотипы. Ага. Но как вы объясните, что задумывали кого-то заколоть? Не заколоть, приколоться. Мы хотели немного приколоться. Ничего не понимаю. Ты съел пол таблетки и слышишь только половину мыслей. А из них у тебя получается абракадабра. Дайте-ка сюда. А я-то гадаю, почему обо мне никто не думает? Боюсь, что тебе не понравится. Что я сейчас думаю о тебе? Кто? Я сумасброд? Я ничего не говорил. Да, что и требовалось доказать. И жили они долго и счастливо. Тут, как говорится, и сказочке конец, а кто слушал... Молодец! Вот это история! Ага, у меня прям рога в мурашках. Кардинально. Вы знаете, я только что доказал сложнейшую теорию по Арельмана-Перелькаре, но не испытываю никаких эмоций. Вы так искренне веселитесь над какими-то небылицами. Дружище, тебе просто надо отдохнуть. Почитай что-нибудь антинаучное, развейся. Думаете? Ну, не знаю. Как это может нравиться? Тут же все неправда. А, сказка ложь, давний намек. Нет, погодите, рыбы не умеют разговаривать. И выпив воды из лужи, вы не превратитесь в козла, а заработаете несварение. Дружище, это не энциклопедия. Просто отключи мозг и получай удовольствие. Что здесь происходит? Поберегись! Поберегись! Друг мой звукочувствительный, простите за временные неудобства. Это всего лишь небольшой эксперимент. Больше похоже на балаган. Именно. Теоретически это должно мне помочь поверить в сказку. Как вы верно посоветовали, отключить мозг. Что вы творите? Ну так это же дракон. В том-то и дело. Очевидно же, что драконы были рептилиями. Откуда у них могли взяться рога? А тебе не кажется, что ты выбрал чересчур сложный подход? Увы, иначе никак. Я слишком хорошо знаю физику этого мира. Мое сознание буквально вопиет о том, что чудес не бывает. Не останавливаемся! Это лишь добавит естественного средневеково-сказочного очарования нашей затеи. Все, я готова. А вы, простите, кто? Лесная фея-принцесса. Видите ли, феи, согласно мифологии, утонченные, возвышенные существа. Ну, так... Думаю, вам больше подойдет роль озорной разбойницы или, скажем, трактирщицы. Знаешь что? Я-то фея-дискриминация. Если тебе надо, сам играй озорную разбойницу, ясно? Я бы с удовольствием, но кто тогда будет мудрым волшебником? Прекратите немедленно! Это же машинное масло!
Откуда ему взяться в средневековье? К тому же сказочном! Но ведь я заржавею! Канон превыше комфорта! Да просто расслабься и включи фантазию! Заклинаю тебя своим волшебным посохом истины! Закрой глаза, и ты перенесешься в сказочный мир! Фикус, ляпус, хряпус! Чтобы обмануть мой начитанный мозг, нужен более убедительный реквизит. Дружище, есть игры, гораздо больше подходящие под такую погоду. Это не игра, это осознанная попытка самообмана, чтобы хоть немного развеяться. Куда вы тащите нашего рыцаря? Так он заржавел. А я предупреждал. Да, и дракон все равно размок. Ничего страшного. Никто и не ждал, что эксперимент пройдет без накладок. Да. Ляпус, хряпус. Ну-ка, фикус, ляпус, хряпус. Надо же, рога в мурашках. Феноменально. Ляпус, хряпус, фикус. Фикус, ляпус, хряпус. Лосяш, скажи, в центре Земли холодно или жарко? Ну, в центре Земли находится ядро, которое снаружи состоит из расплавленных веществ. Понял! Я тебе говорю, будет жарко! Просто копать глубже надо! Дружище, ты не помнишь индейского бога из трех букв? У племени ацтеков был бог воды Атл, а у племени майя бог дождя Чак. Чак, подходит? Слушай, какой ты все-таки умный. Лосяш, скажи, что под землей тоже течет вода. Конечно, подземные воды находятся в толще горных пород верхней части земной коры. Понял, так что я тут ни при чем. Слушай, дружище, тебе надо справочное бюро открывать. Вы серьезно? Как называется, когда здесь болит? Люмбага. Точно. А какая завтра погода? Солнечно, с переменной облачностью. Температура 26-27 градусов выше нуля. Рецепт яблочного штруделя? Так, 450 грамм сдобного теста разделить на две части. 3 столовых ложки сахара, 5 яблок печь в разогретой до 180 градусов духовке. Молодец! Соль и вода. Почему сломался? Линейная деформация связана в основном с действием нормальных напряжений. Почему клей липкий? Почему бутерброд падает маслом вниз? Где раки зимуют? Что ты делал 17 февраля? Что? Что ты делал 17 февраля? А почему вы спрашиваете? Я нашел у себя 17 февраля и написано: не забудь, Лосяш. Мне стало интересно, что было 17 февраля. Сам я не помню. 17 февраля? 17 февраля. Ну а что там могло быть? Что я там мог делать 17 февраля? Так, наверное, я лежал на кровати. Потом встал, умылся,
Позавтракал. Может быть, посмотрел в окно? Что же было 17 февраля? Когда упал Тунгусский метеорит? 30 июня 1908 года. Точно! Фу, отпустила. У меня в голове такая масса всяких цифр и фактов. Я знаю, что было там, где я никогда не был. С теми, кого никогда не знал. Кучу всякой и, по большому счету, ненужной ерунды. Но я не знаю, что было со мной всего каких-то несколько месяцев назад. Мне казалось, что я знаю все, а я даже не знаю собственной жизни. Вы помните, что было 17 февраля? Нет, наверное, был снег. Наверное, сидел дома. Ничего запоминающегося не было. А сколько дней вы вообще помните из своей жизни? Я точно вспомнил только 7. Неделя. Все остальное – каша из отрывков. Я уже не знаю, в какой день научился плавать и кататься на велосипеде. Я многое чего о себе уже не знаю. Был ли я 17 февраля счастлив, как никогда? Или наоборот, мне казалось, что все хуже некуда. Никто об этом мне уже справку не даст. Сегодня 11 июля. Давай хотя бы запомним этот день. 11 июля была изобретена лампочка. В каком году? В 1874. Замечательно. А в 1875? 11 июля? 11 июля. Ничего. Да брось! Наверняка кто-нибудь научился плавать. Возможно. Да 100%! Вот странное все-таки дело. Было когда-то дерево. Росло себе, цвело, разбрасывало семена, приносило плоды. А потом оп! И ничего не остается. Эх. Ну как ничего? Дерево превращается в уголь, уголь в золу, выделяется дым, теплота. Мы греемся. Ну, деревяшке же не объяснишь, что она во что-то там превращается. Этот славный мир так разумно устроен, что, слава богу, деревяшкам ничего объяснять и не надо. Хочу завтра прогуляться в горы. Пойдете со мной? Работы много. Феноменально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 328, 329, 330. Там ничего нет. Лосяш! А? Лосяш! Это ты там? Крош? Глянь, там воздушного змея нигде не видать. Красный в синюю полоску? Ага! Что это? Какая-то пещера или колодец?
Штука в том, что, кажется, в нем нет дна. Значит, это труба. Что? Колодец без дна – это труба. Осторожней, там сильный сквозняк. Крош? Крош, ты меня слышишь? Крош, Крош, эй, ты нашел его? Она его поглотила. Там нет дна, там вообще ничего нет. Там пустота, вакуум. Держи крепко. Гадина! Ах ты ненасытная гадина! Ты решила поглотить всех моих друзей? Так попробуй переварить это, чтоб ты подавилась! Я засыплю тебя! Вот! Я засыплю тебя! Засыплю! Жжет костер, а это ты здесь? Здесь, но скоро я буду там. Где это там? Ой, Васяш, тут какая-то дыра. Все там будем. Я уж и беспокоиться стал. Ушел и с концами. Думал, может, случилось чего. На, поешь горяченького. Ты знаешь, что многих звезд уже нет, а их свет все летит к нам сквозь пустоту. Большая звезда, больше нашего солнца, и нет ее. Пустота. Меня другое беспокоит. Куда все подевались? Беспокойство – это свойство короткой жизни животного, а пустота – это абсолютный покой. И вечность. Лосяш, ты куда? Лосяш! 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 Зачем ты нырнул в этот колодец? Мы могли разбиться. О, это был просто сквозняк. Из-за перепадов давления наверху и внизу воздух засасывало. Но постойте, где же все остальные? Лосяш, ты мог предупредить, что у тебя там пропасть? Я чуть себе шею не сломала. Извините. А вы не допускаете мысли, что, возможно, мы уже умерли и просто этого не заметили? Чего? Ничего, ничего. Подвиньте бублики, пожалуйста. Очень вкусно. Славный мир. Славный и очень разумный. Ничего объяснять не надо. А? Не дождешься. Еще как дождусь. А? О, вуаля. И всего-то? А как тебе такое? Ваш метод, несомненно, эффективен, но избыточен. А мне большего и не надо. Ну, с такой философией можно и ноги протянуть. Отнюдь. Бездействие – это сила. Взгляните на дерево. Оно пребывает в бездействии и преспокойно живет себе 100 лет. Но ты ж не дерево. Что доступно дереву, то по силам и скромным интеллектуалам. Я, если угодно, могу простоять как дерево хоть целый день и стану от этого только счастливее. Как дерево? Как дерево. Целый день?
Да ладно! Пари! Давай! Ну а чтоб целый день, ни-ни, как дерево. Если я выиграю, а я, конечно, выиграю, вы будете должны влезть на крышу и громко прокричать на всю округу: бездействие — это сила. Годится. А если проиграю? Ты влезаешь на забор и кукарекаешь 3 раза. Как вы выражаетесь, заметно. Эх ты, ягода малинка, все деревья-то стоят. Копатыч! Так-так-так. Ну, брат, это на тебя караед напал. Что же мне делать? А что ты можешь сделать, когда ты дерево? Хорошо еще, что у тебя есть я. Вот так вот. Что это? Наилучшие липкие ловушки от всякого насекомого. Это обязательно? Нет, конечно. Можешь просто пойти и помыться. Ну, тогда считай, пари ты проиграл. Так, вот, вот. Послушайте, что вы делаете? Бесцеремонный вы мой. Как что? Побелку, чтобы вредители кору не жрали. Какая кора? Я вам не дерево и никому не позволю с собой так обращаться. А что ты сделаешь? Это возмутительно. Я выражаю решительный протест. Кому? Караедам. Это не противоречит нашему пари? Не противоречит. Выражай. А это что? Где? Вон там. Это что ли? Так это пила. Я ею ветки на деревьях подпиливаю, если больно разрослись. Ну вот что. Больше я ваши бессмысленные процедуры терпеть не намерен. Пускай я проиграю пари, но имейте в виду, когда мне пилят ветки, бездействовать я не буду. Слышите? Не буду! Да не собирался я тебе ничего пилить. Эх. Кукареку! 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 Да не расстраивайся, лосяш. Ну, подумаешь, пари проиграл. Это было нечестно. Вы меня все время провоцировали. Если бы мне не мешали, я бы легко мог бездействовать хоть целую неделю. Да я ж помочь тебе хотел. А вот представь, кому что похуже краеда случилось. А ты сделать ничего не можешь. Стоишь, бездействуешь. Признаться, об этом я не подумал, когда предлагал пари. Вам помочь, коллега? Не откажусь. Так что скажи спасибо, что я тебя вовремя из бездействия твоего вытащил. А то пустил бы там корни, выкорчевывай тебя потом. Действительно. Ну, что же мы стоим? Действуйте, коллега, действуйте. Опа, запивай. Эй, ухнем.
Что? Началось? Скорее закончилось. Бермудские шестиугольники? Да, пока вы заняты какой-то ерундой, я упустил редкий вид бабочки. Кому ерунда, а кому польза. Только открой, так сразу в сон клонит. К примеру, давеча читал об извержении вулканов слизнями. В сон, говорите, восстание червей-мутантов, машина времени, вопли из будущего. Какой антинаучный бред. Но, говорите, помогает? Подержите-ка, любезный. А, что? В эту жару совсем не спится. Приятных снов. Секретный объект. Не влезай, убьет. Вход на территорию с паролем. Секретный объект. Не влезай, убьет. Друг мой, как же вы вовремя, если бы вы только знали. Ваша богатая библиотека действительно спасение. Мало того, что сплю без задних ног, так во сне идеи так и сыплются. Что? Кошмары снятся? Снятся? Если ничего не предпринять, скоро мы все окажемся в огромном страшном сне. Вдруг нас поглотит черная дыра. Ой! Или вдруг обрушится метеоритный дождь. А, вдруг. Именно, так и бывает. Вдруг и сразу. Медлить нельзя. Мы, вы и я, мы вместе спасем всех. Будьте спокойны, я все продумал. Да я спокоен. Ты сам рассказывал, что по теории вероятности... Бросьте, коллега, ваша теория вероятности нюши на смех. Я разработал новую теорию. Вдруг вам не друг. Вот где наука будущего. Ладно, запомню. Кстати, бассейн – весьма полезное изобретение. Особенно в жару. Как это мелочно – думать о бассейне, когда вершатся судьбы. Извержение вулканов слизнями – не какая-то банальная засуха. Бабах! И все! Вместо ромашковой долины – склизкое болото. И вдруг раз – из моего резервуара по этим самым трубам потечет вода и омоет округу спасительной влагой. Кажется, уже течет. О, будьте добры, коллега, подкачайте. Вообразите, если бы первобытные лоси не боялись, если не искали бы пути для выживания, они бы вымерли, как птеродактили с их птичьим мозгом. Не отвлекайтесь, коллега. Зато вам выпала почетная миссия участвовать в спасении потомков. Вот, думаете, просто батут? Но он спасет нас от падения метеорита. Он силой вытолкнет его обратно в космос. Подсадите, коллега. Так. А это изобретение далось мне нелегко. Выжило из меня все интеллектуальные соки. Мухобойки. Были. Прибор «Мухобой» успешно переоборудован в истребитель для борьбы с нашествием мадагаскарских цокотух. О, пожалуй, это древнее изобретение мне в самый раз. Ха, унылый рудимент беспечной жизни. Зато какой с него обзор на все твои изобретения. Я буду здесь и подскажу, если случится что-то важное. Ну, хорошо. Но будьте бдительны. Вдруг может случиться где угодно. Особенно если я буду на крыше. А я буду. Продемонстрирую выдающийся эксперимент. Как романтично. Звезда летит, можно загадывать желание. Что? Звезда? А вдруг метеорит? Он приближается. Сейчас вы сами все увидите. Я запущу систему антивдруг. И... О! Тихо-то. Допустим, это я
не предусмотрел. Под все батуты не подложишь. Пойдем дышать, спасатель. А знаешь, я ведь тоже не сидел без дела. Сетку от комаров повесил. А то вдруг... Надеюсь, правильную, мелкую. А то, может, домой ко мне. Сетку проверим, чаек заварим. Да, да, чаек с ромашкой от бессонницы. А все-таки какой ты молодец. И этот мухомор твой. Мухобой. Да, да, конечно, мухобой. Мне бы и в голову такое не пришло. А ты? А еще это, помнишь? Не помню. Ну, понеслась. Я люблю чистить зубы. Нет, наверное. Так, так, а морковку ем? Да. Я люблю бегать и скакать? Да. Ха, я понял, я кролик. Да нет. Никто в этой игре не бывает собой. Вот, не помогла твоя мифология. Проиграла, третий раз подряд. Кто бы мог подумать, что я не принцесса, а краб. Вы бы хоть чем-то серьезным занялись, а не ерундой какой-то. Как не дракон? Мимо, теперь моя очередь. Я популярный? А кстати, что такое синяя птица? Синяя птица – это птица счастья. А, счастье она приносит, якобы. Ой, мне бы такая не помешала. С угадыванием слов и с грязной посудой. А какая связь? А я буду счастлива. Нюша, это же суеверие. Я бы никогда в такое не поверил. Хотя многие чудаки пытались найти синюю птицу. А если бы ты, лосяш, был синей птицей, ты бы где прятался? Я? Будь я синей птицей, я бы прятался где-нибудь в глуши, в небольшой долине, притворялся бы обычным соседом, середнячком. Придумал бы себе легенду поинтереснее, будто я в прошлом был артистом и... Как Карыч? Карыч, он же на самом деле... Синяя птица! Я синяя птица! Ну вы даете! Я давно так не смеялся! Синяя птица. А, вот, исполняет желание. Ну, допустим, отличается повышенной чувствительностью к звукам и шумам экзотических инструментов. Хм, и правда, похоже на Карыча. Запускает новый день. Это еще что такое? Ну, это уже совершенная глупость. Я синяя птица! Я синяя птица! Я исполнитель желаний! Синяя птица! Нет! Я просто обязан разобраться! Ради науки! День первый. Приступаем к проверке гипотезы. Конечно, дружище, исполни в лучшем виде. Исполняет желание. Первый тезис подтвержден. Подозреваемый ни о чем не подозревает. Проверка тезиса – высокая чувствительность. Проверяем различные шумы. Положительный результат. Продолжаем эксперимент с другими видами шума. Североафриканская дудка.
Средиземноморский барабан, Юго-горная трещотка. Запускает новый день. Так вот оно что. Ай да Карыч. Я тут все написал. Что? Итак, мне нужно кое-что по мелочи для научной работы. Листов 300. Это не срочно, когда будет время. Еще крупные такие, ветвистые. И только между нами. И что? И я буду счастлив. Суеверие? Суеверия. Дружище, да как ты вообще мог в такое поверить? Но сами посудите, вы синий, птица синяя, плюс косвенные улики. А ваши предки тоже ничего не могли? Да вроде нет. Так, ладно, что там тебе не хватало для счастья-то? Да сыграть с другом партийку в домино сегодня вечером. Позвольте, мы же сюда приплыли именно порыбачить. Да! Ай! Друг мой, обстоятельства изменились. И в настоящий момент мы терпим самое настоящее кораблекрушение! То есть это все ненормально для рыбалки? Умоляю, очнитесь и начните спасать свою жизнь! А что я, собственно, должен делать? Лося! 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 Помогите! Лося! Даже если мы ничего не поймаем, этот вид стоил того, чтобы посмотреть на него. Друг мой водоплавающий, какие у нас планы? Я не могу точно сказать, куда нас несет течением. Может быть, к берегу, а может, в открытый океан. Но я точно знаю, что наш долг перед жизнью велит нам хотя бы немного побороться за нее. Допустим. Что вы предлагаете? Плыть. Вы уверены, что мы плывем туда, куда нужно? Даже если вы абсолютно точно вычислили по солнцу наше местоположение и стороны света, нет никакой уверенности, что мы приплывем туда, куда нужно. Ведь мы не учитываем течение, в котором находимся. Не учитываем, что вы гребете меньше, чем я. И, следовательно, мы все время немножко отклоняемся влево. Мы не учитываем даже то, что для нас явно и нам известно. А сколько еще всего скрыто от нас? И это все не учтено. Thank you.
Знаете, а ведь мы и сами друг от друга скрываем очень многое. И сейчас, когда подо мною морская бездна, мне кажется это глупым и мелким. Мне хочется признаться во всем, что я когда-то утаил. Помните, на Новый год исчез торт, а все решили, что его похитили дикие звери. Это был я. Не расстраивайся, тебе все давно простили. Что значит «простили»? Они не могли знать. У тебя даже спина была в креме. О, боже, какой стыд! Я не могу плыть туда, где все знают о моем позоре. Лучше морское дно! Не факт, что мы плывем обратно. Может, мы плывем совсем в другую сторону, где про тебя вообще никто ничего не знает. Вы правы, конечно. Но в наказание себе я буду плыть без помощи доски. Глупости! Ты так быстро устанешь! Держись за доску! Нет! Когда я был маленьким, я верил, что вырасту, и мне будут горы по плечу и море по колено, что я буду цельный и величественный, как скала. А что в итоге? Я песчинка. Я не могу справиться не только с той стихией, что меня окружает, но и с теми страстями, что внутри меня. Дорогой мой, мы должны уметь прощать не только других, но и себя тоже. Ой! Хорошо, давайте. Я вас прощаю, вы меня прощаете. Но что это изменит? Мы утонем, и что после нас останется? Песок? Земля! Земля? Земля! Песок. Песок. Почему кот? Это метафора. Это может быть что угодно, что повлияет на реальность, на вашу жизнь, понимаете? Как неизвестный, мертвый кот где-то в ящике может повлиять на мою жизнь. Он может быть живой. В этом вся и соль. Сегодня большой день. Типа, ежели я открою ящик, и он там живой, он может меня поцарапать. Как минимум. Но это предсказуемые последствия. А есть еще цепочки совершенно непредсказуемых. Понятно. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Победа Анна! Спортивный праздник, которого мы так долго ждали. Мяч в центральном круге. Команды готовы. Матч начался. Что ты делаешь? Включи телевизор. Матч уже начался. Вот, например, мы не будем смотреть этот матч, а запишем его на кассету. Ты издеваешься? Я пошел к себе. Сидеть! Ждем 90 минут, плюс перерыв, плюс минут 5 судья добавит. Так, все. Все, перемотаем на начало.
Теперь эта кассета – клетка, а матч, записанный на ней, пресловутый кот Шрёдингера. Матч уже свершился, но мы не знаем его результат. Когда мы его узнаем, это изменит нашу жизнь. Мы можем расстроиться, если наши проиграли. Или наоборот, их победа задаст нам отличный вечер. В любом случае, и то, и другое повлечет за собой непредсказуемую цепочку событий. Мой вечер сегодня – выбелить деревья в саду, и ничто не сможет этого изменить. Если наши выиграли, я помогу вам в саду, и у вас останется время на что-нибудь еще. А если ничья или наши проиграли? Никакого сада сегодня, и поможете мне убраться дома. Его проще сжечь и изменить эту реальность к лучшему. Хорошо. Чего? Ты серьезно? Где ты будешь жить? В ящике, как тот кот? Не ваша забота, но если наши выиграли, вы мне сделаете веранду, и целый год будете убираться тут, как Золушка. У нас пол состава в лазарете. Вставляй кассету. После просмотра мы сожжем ее вместе с другим твоим барахлом. Это чего? Мультики? Да. Где футбол? Тебе нужен смысл. Да. Во всем, во всем. Неплохо бы. Тогда тебе нужна кузинатра. Какая еще кузинатра? Кузинатра, дающая смысл. Ничего не понимаю. Я нажимал на запись. Все как надо. Здесь не снят предохранитель от случайной записи. Проклятие! Ну ты! Ты и есть этот кот! Общаться с тобой – это все равно, что открывать ящик, откуда может выпрыгнуть все что угодно, как бы к этому ни был готов. Я хотел посмотреть этот матч! Нужно срочно узнать счет. Всякое одномерное компонентное трехмерное многообразие. Луис Альберто, открой. Сжигайте горшки. Парадокса вдруг. Антициклон. Мне в такую даль переться незачем. Мне смысла в этой жизни и без кузинатры хватает. Умоляю, отведи, иначе мне, сынок. Ладно, может, оно и стоит того. Так. Постойте, постойте. И вот так. А давай здесь горная цепь будет. Где-то в долине горы видят. Пусть лучше море. Горы. Ой, море. Горы. Горы. Море. Я говорю, горы. Дай карандаш. Дай.
Срочный выпуск. Сенсационная новость от всемирно известного профессора Задунайского. Имею честь сообщить, что сегодня, сразу после завтрака, мы совершили последнее географическое открытие. Остров Задунайского. На карте не осталось белых пятен. Привет, Васяшу. Рыба. Остров? Простите, Задунайского? Спор завершился? Да я... Да он... Так, никто не уходит. Утром отправляемся в поход. Сразу после завтрака. Так, и вот это. Ага. Долгота, ужина... Да! Он точно должен быть где-то там. Где-то здесь. Ну, друг мой Задунайский, трепещите. Не время спать, друзья. Мы откроем этот неоткрытый остров. Друзья, вам выпала редкая удача участвовать в великой экспедиции. Безумная затея тащить нас неизвестно куда и неизвестно зачем. Друг мой, мы на пороге открытия. Осталось сделать шаг и... И мы докажем этому проходимцу Задунайскому, что последнее слово еще не прозвучало. Последнее слово останется за мной. Ёлки-иголки. Ученые совсем с ума посходили. Вот вы говорите, любезный, профессор Задунайский то, профессор Задунайский сё. Да я молчу, я, может быть, вообще... Ай, оба вы, может, всё. Иголки! А ведь любой здравомыслящий ученый возразит вам. Смешно даже на секунду вообразить, что Задунайский... Да, вы! Я именно к вам обращаюсь. Долгота, широта. Как же удачно! Юг! Сейчас увидите. Все они увидят. Жуть-то какая. Жуткая. Жуть. Ничего, ничего. Правильной дорогой идем, друзья. На север. Ты же хотел на юг. Настоящие ученые в вечном поиске. Да! Почти у цели. Два шага вперед, один в бок и... Где же твой остров? Мой остров. Я же все вычислил. Все. Все потеряно. Победа за вами, Задунайский. Вы растоптали мое имя. Позвольте, но ведь мы... На острове! На своем собственном лосином острове! Лосином острове? Друзья, мы совершили открытие! Ура! Мы
мы первооткрыватели! И все же я участвовал в великой экспедиции. Я знаю, вот это будет пролив Карыча Мудрого. А это мы из туманного ежика. Точно, и скала Кроша Восторженного. А давайте назовем вон ту косу в честь Нюши. А это пещера снов Копатыча. И утес Пина. И бухта вдохновения Бараша. А здесь мы сделаем причал заботливой Савуньи.